Вечерзай. Алло, добрый день. Здравствуй. Алло, здравствуйте, слышно меня? Да, здравствуй. Андрей, приветствую вас. Это Валерий с вами связался. Я звоню по поводу вашей заявки касаемо инвестиций в акции компании. Оставляли сегодня заявку, помните? Да, здравствуйте. Ну да. Я так понимаю, хотите разобраться, как вы можете начать инвестировать, зарабатывать, как это работает? Да я и так разбираюсь. Что? И так разбираюсь. И так разбирайтесь. А с какой целью заявку оставили? Позвольте узнать. Ну, случайно, наверное. Что, вас плохо слышно, вы прерываете. Повторите. Случайно, наверное. Случайно оставили заявку и почту свою оставили. Имя, фамилия. Андрей Сергеев, правильно? Почта toizik1976@list.ru. Ваша почта? Нет. Почта мой. А, почта ваша. Так, такие вещи осмысленно оставляются, они имя не чай. Имя не мой. Вас не Андрей зовут? Не, ты. А как вас зовут? Сайфуло. Сайфуло? Да, Сайфуло. Я понял. А фамилия? Якубович. Сайфуло Якубович? Сайфуло. Сайфуло Якубович, нет, да? Нет, не Х, а Ф. А, Сайпуло. Да. Я понял. А как вы таким загадочным образом попали к нам на инвестиционный сайт? Сайпуло Якубович. Ну, я просто инвестиции. Вы просто инвестиции? Да. Что вы просто инвестиции? Делю инвестиции. Любите инвестиции? Делю инвестиции, да. А во что инвестируете? Только не криптовалют. Только не криптовалюта, а почему? Сложно? Поддается? Не нравится. Не нравится, почему не нравится? Ну, наоборот, мне не нравится. Люди хорошие деньги получают. Ну, молодые. Так это нужно уметь анализировать. Молодые. Нужно уметь анализировать. Я говорю, молодый, мне не нравится. Криптовалюта нахуй не нужна. А что рассматривать? Акции рассматривать? Я все рассматриваю, да. Все рассматривать. Мы тоже все рассматриваем. Ну, раз уж вы попали ко мне на, так сказать, в виде заявки ко мне на стол, хотел бы с вами пообщаться на эту тему. Так, да. А я вы сами инвестируете или... Или пользуетесь чьими-то услугами? Ну, в смысле? Что за вопрос? В прямом смысле. Что за вопросы такой бестолку? На русском вопрос. Что-то непонятно. Перефразировать. Вообще непонятно. Вообще непонятно. Уоррен Баффет знаешь? Уоррен Баффет. Конечно знаю. Ну, вот молодый. Он сказал, торгуй свой голова. Торгуй свой голова. Так что мне никто не нужен. Я торгую свой головой. Понимаешь? Так а зачем? А зачем заявку тогда оставили? Еще и не свое имя написали. Случайный. Так случайности не случайны. Значит, сама судьба нас свела с вами. Так давайте я вам лучше расскажу, чем мы можем быть для вас полезны. Рассказы. Или мы можем дать для вам меня ничем сигнал. Не может полезным быть. Ничем не может быть полезным. Так а заявку тогда зачем оставили? Случайный. Ну больше так не делайте тогда. Вы тратите время серьезных людей. Я лучше потрачу его на человека, которому будет интересно. А кто серьезный? Который хочет разобраться. Так вы сами наша не разбираетесь. А с чего вы взяли, что мы не разбираемся? Если человек предлагает готовый сейздан, то он по-любому пиздит. У нас так говорят. Как вы? Да, у нас тоже так говорят.
Вы больше относитесь к этому виду людей. Донбассу. Ладно, дай помогу, Якубович. Вам удачи. Донбассе, да.